Да. Ну вот ты говорил о том, что, Алена, задавай вопросы на сатсангах. Чего ты не задаешь вопросы, задавай вопросы. Ну, я их задавала, задавала, задавала. Сейчас, ну, у меня просто нету вопросов, или если они возникают, то они как-то растворяются. Может быть, уже, ну, если такое дело, то не нужно искать мне. Ну, я просто сижу и реально рою, думаю, блин, сейчас пройдет время, я вопрос не задала, а может быть, у меня какая-то там шелуха, которая бы свалится, и я бы задала вопрос, и она свалилась. Но это происходит очень быстро, ну, вот так вот мгновенно, а потом снова накрывает вот эта благодать, окутывает такая. И вот просто, ну, просто есть и все. То вопрос в чем? Нужно ли мне искать вопрос, пользуясь тем временем, что вот сейчас сатсанг, благостное время для того, чтобы что-то происходило? Кто придумал уже это все? Я когда это Ну, говорил? Какой вопрос? так вот. Сейчас не надо задавать вопрос. Только я это не запоминаю, потому что вы цепляетесь за какие-то слова и такие, да, все, Вася сказал. Ага, надо задавать вопросы. Блин, почему я не задаю вопросы? Тут я сказал, не надо задавать вопросы. Она такая, опа, у меня есть вопрос. Он сказал, не надо. Я говорю, чтобы ты не запоминала то, что я тебе говорю. Ты цепляешься за любую вещь. Я сказал, надо задавать вопросы, и ты с этим живешь. Надо задавать вопросы. Вася сказал, надо задавать вопросы. Сейчас я сказал, не надо задавать вопросы. Ты такая будешь сидеть, так, не надо задавать вопросы, не надо задавать вопросы. У меня есть вопрос, но он сказал, не надо, не буду задавать вопрос. Все, посижу молча. А как же быть? А у меня есть вопрос. А как же мне не задавать? Он сказал, не задавать, не буду, блин. Ну, меня мучить. Блин, нафиг мне этот вопрос пришел. Да, Так без живи туалета просто. никак. Если хочу какать, я иду и какаю. Нету вопроса, нету. Так ты не идешь в туалет и снимаешь трусы, видишь, что Мара сказала? Все сглазила. Идешь, снимаешь трусы и делаешь свое дело. Потом, а если ты, блин, такая подумала, и так, надо идти снять трусы и сесть. Пришла, села и что? И ничего. И сидишь, как дура, целый день на унитазе. Зачем? Просто живи, наслаждайся истинным. Вот настоящим, вот этим, что есть сейчас. А то, что я говорил, это бред какой-то. Не слушай меня. Но я сейчас больше наслаждаюсь, вот именно сейчас, в этом моменте, больше наслаждаюсь, чем когда, ну вот до этого или... Ну то есть тут я все время наслаждаюсь. Вот как я включила Zoom, я все время нахожусь в этом наслаждении. Как так, чтобы это наслаждение было? И после этого все время не вот так. Или А ты спроси Зинаиду, она... что происходит? Что происходит? Не, ну я-то понимаю, что происходит. Ну, конечно, хочется, чтобы вот это бытие, вот эта естьность, вот эта сейчасность, она происходило и в этой жизни, в той, которой я пошла на улицу, или я нахожусь в доме, или я с кем-то общаюсь. Но такого так Ну, не это как... бывает. Ну, как... Ты можешь быть уверена в том, что оно никуда не девается. На 100% быть уверена. Это как, когда солнце сейчас зайдет, да, спрячется, и у нас станет темно, так ты уверена, что солнце есть, что оно завтра появится, что оно никуда, никто его не выключил и не потух. Оно просто с другой стороны светит. Так точно так же вот. Зум выключился, ты знаешь, что оно никуда не делось, оно светит, оно есть. Это прелесть, это благость, это все. Оно никуда вообще не девается.
Его не надо подпитывать, как тело ты подпитываешь. Да, сходила в туалет, так, пришла, так, сходила, уже надо что-то пополнить туда. И ты пополняешь. Мы так привыкли, что надо пополнять. Не надо. Это не надо пополнять. Это всегда есть. Это вообще никуда не девалось и никуда не денется никогда. Даже то, что ты пополняешь, да, это тело, оно исчезнет. Но это никогда никуда не денется. Вот это состояние. Оно было до тебя, пока тебя не было. Потом ты есть, и оно есть. И ты уходишь, и оно есть. Но уходит тело, уходит вот это, которое назвали Алена. Тело, которое назвали. Потому что что это такое Алена? Это просто тело. Это звук какой-то. Вот Тамара сейчас съела яблоко, да? И яблоко не может быть. Тамара не может стать яблоком. А яблоко стало Тамарой сейчас. Но это яблоко покинет Тамару. Будь здорова. Но... Спасибо. То, что яблоко было, да, до этого яблока это было. Потом появилось яблоко, потом яблоко исчезло куда-то. Потом есть тело, да, и это есть. Тело исчезнет, и это будет. Поэтому оно никогда никуда не девается. В этом состоянии ты не можешь не быть или быть. Оно всегда есть.